В Анапе средняя урожайность составила 54 центнера с гектара. Всего анапские аграрии собрали более 56 тонн зерновых, колосовых и зернобобовых культур. Несмотря на непростые погодные условия, фермерам удалось в срок завершить уборку. Лидеры уборочной страды ОПХ Анапы и крестьянско-фермерское хозяйство Пилоса Закаряна. Глава города Юрий Поляков поблагодарил анапских хлеборобов за старание и нелегкий ежедневный труд. Анапа, несмотря на курортную направленность, всегда вносит весомый вклад в общую копилку кубанского урожая.